Дорогие жители Новоуральского городского округа, поздравляю вас с одним из главных государственных праздников, с Днем Конституции Российской Федерации. Конституция ⁇ это основной закон нашего государства, это наша гордость, залог могущества и процветания нашей страны. Для каждого из россиян основной закон государства открыл возможности для реализации личной свободы и инициативы, самостоятельности и творчества. Наша задача – бережно чтить и хранить заложенные в Конституции Российской Федерации общенациональные ценности, строить на их основе стабильное, правовое, демократическое государство, устремленное в будущее. Пусть и дальше Конституция Российской Федерации остается незыблемой основой стабильности развития государства, реализации прав и свобод каждого россиянина. Желаю вам, уважаемые новоуральцы, счастья, оптимизма, новых перспектив, Успехов во всех начинаниях на благо родного города и нашей страны.